Начну, наверное, с того, что мы были первый регион, кто заявил о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. И вся подготовительная работа уже началась с того момента. Готовились пункты временного размещения и прорабатывались вопросы с муниципалитетами, отрабатывалась логистика совместно с железной дорогой и МЧС. А на сегодняшний день у нас нет понимания, что в ближайшее время к нам приедут беженцы, и поскольку они все-таки размещаются в близлежащих регионах к Ростову, это Волгоград, это Нижний Новгород, Московская область в ближайшие дни, то есть мы пока никого не ждем. Но со своей стороны проделали всю работу, есть готовность пунктов временного размещения, мы их не называем для того, чтобы не создавать лишнего ажиотажа. Единственное, что отмечаем, что никаких переселений в этой части не случится. То есть все отдыхающие будут отдыхать, все дети-сироты, которые находятся в наших учреждениях, там и останутся, поэтому никакого дискомфорта в этой ситуации ни для кого не возникнет. Поэтому здесь не хотелось бы спекуляции на этой теме и в этой части. Поэтому здесь готовность и вся работа проведена. То есть несмотря на то, что мы понимаем, что последние политические события, скорее всего, приведут к уменьшению числа желающих вообще выезжать на территорию вглубь России. Поэтому работа, она продолжается. Готовность наша, она максимальная, что в любой момент мы готовы принять. Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная и стабильная. И до конца недели, по нашим данным, мы никого не ждем.